Привет. Я пришла оттуда, я была в Мейсисе. Или в Мейсисах. И оказывается, все очень просто. Ну, я вот по этой улице ходила. По этой улице, и вон Хаят отель, и там уже ферри. Но я пока пойду сюда. По-моему, я по той улице уже ходила, вот по этой. И по той тоже, вот где 30-й выходит, а этот троллейбус. В общем, нужно было просто вот так вот прямо пройти, можно было бы в Мейсис попасть. Когда я еще первые дни сюда приходила. Ну, здесь не пройдешь, надо мне вон туда, а потом туда. Или здесь пройдешь? Пройдешь, вот они. Люди переходят, вот он, зеленый свет. По-моему, я вот так вот ходила раньше. Может быть, и вот это, как это называется, это ж и не стелла, а как это? А, вон он, кстати. Вот между зданиями я вижу только флаг и этот шпиль моего ферри-маркета. Так что вот я по этой улице ходила вот так вот, по рельсы. Ну, это, наверное, для троллейбусов только рельсы. Вот отсюда, кажется, я ходила. И потом вот туда. Да, точно. А если бы я пошла вот так прямо, то вон там Мейсис, пожалуйста, вам. Один или два квартала. Керни. Ван Керни написано. Отель Хаят знаю. В общем, здесь не заблудишься. Если мне нужно будет опять в Мейсис прийти, ну, что-нибудь купить там, допустим. Потому что я так подумала, мне же надо еще, наверное, подарков купить к Новому году. Если вот от Фейри выйти и сразу вон туда, и там Мейсис. И там все вот эти бутики. Там дальше я видела Дольче Габбану и еще много чего. И вот такая здесь скульптура. И у меня, оказывается, оставалось уже 4% зарядки. Это ужас какой-то. Может, у меня даже и видео там не получались.